Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики, зрители. Это снова мы, веселые и счастливые. Гошка такой смешной. Вот эта рыженькая собачка вот тут сидела, он ее перепутал с Маруськой лапой такой, хлоп по ней. А потом понял, что это не она. Такое лицо изумленное было. Хрюкалка. Рот не закрывается у Гошана на улице. Рот не закрывается у этих разговорчивых ребят. У нас снова тепло и хорошо, друзья, и мы и на улице, в общем. Хрюкалки маленькие. Хрю-хрю, в общем. Так, они похрюкивают друг напротив друга. Да, разговариваем. И со мной, и между собой. Такие смешные. Градусов, наверное, ну, 18, друзья, где-то так, тепла. Маруська на солнышке аж переливается вся. Ой, как они любят пастись. Мур. Так они вообще эту улицу любят. Травушку сразу же. Я их в этот момент не трогаю. Чтоб они спокойно пощипали эту травку. Чё, Гош, вкусно? Слышали, друзья? Очень вкусно, да, Гош? Чё ты тут где-то? Тут сухая трава. Иди вон, где Маруська, смотри. Маруська вот там нашла побольше зеленого всего. А в конце огорода вообще много зеленого. Пойдем, я тебе покажу. Пошли? Вот ты любитель на одном месте, вот тут вот. Давай руку, пошли. Не? Пошли, сам найдешь. Держи за веревку, за веревочку держись. Во! Держи, держи веревочку, держись. За веревку хватай, Гош. Ты шумный у меня. За веревку взял, и все, и Маруська с тобой рядышком. О! Вот тут много зеленой травы, куш. Да. Много зеленой. Вот тут и кушайте. Ты ж не по всему огороду не прошел, не просмотрел. Марусь, не обижай, смотри, Рокси только. Вкусно, Гош? Вкусно? Вкусненькая травушка. Вкусненькая, знаю.
Вот, Гош, если что, веревку на. Слышишь? На, в ручку бери. Бери в ручку. Бери в ручку. Веревку в руку бери. Маруська уже никуда не убежит. Никуда не денется. Контролируй, контролируй ситуацию. Совсем ты от обязанностей отбился уже от своих. Думаешь, воспитал Марусю? Не. Давай, шевелись. Марусь, сиди, Гошка хотел повыбирать. Ты за веревку хватай, Гош, и она уходить не будет. Да, да, да. Держи за веревку. Он услышал, ребят, тут мои слова. Хватай, веди, за веревочку берись. Георгий, держи за веревку, она уже не убежит никуда. Какой он умный. Понимает, что надо брать за веревочку и подтягивать к себе. Мой ты человек, обезьяний. Так я вас люблю. Рокси, такие вы хорошие, что дружите с обезьянками. Все равно, друзья, ну не хотят, если с обезьянками играться, вот эта собачка, да, Кроша. Вот вы просите побольше рассказать. Вот, Кроша, тоже чихуа. Но если у нее нет желания играться с обезьянками, она и находится в стороне подальше от них. Правильно? Так же и все остальные. Ну, не хотят у вас есть вон своя квартира, забежали туда, в свою квартиру, и сидите, сколько вам надо. Нет, по участку гуляйте. Кто хочет с обезьянками пообщаться, поиграться, те приходят. А это, в частности, Рокси, Ночка, ну и Белка. Ну, Белка сейчас с животиком, поэтому не это. Стараемся освободить ее от этих игр. Ну, там Наташа пщупала как-то своими руками. Говорит, Мак, там один кутенок. Ну и хорошо, что один. Она маленькая Белочка, хоть бы одного родила. И то хорошо. А когда много, им очень тяжело потом. Мы уже так теряли собачку. У нее 6 кутят было. Она сама была маленькой. Вот. И не выжила после этого. И делали, ну, разрезали ветлечебницы там. Но она не выжила потом. Тоже трагедия у нас была. Донечка звали собачку. Так жалко ее было. Это наша первая чихуашка была, Доня. Любила меня безумно, друзья. С работы приду, она ко мне запрыгнет на руки. И все, не дай бог кто-нибудь ко мне приблизится. А если я лягу на диван, она охраняет, не отходит, пока я не высплюсь. На всех бросается, кидается, охраняла мой покой. Такая собачка была. И вот так вот погибла, когда забеременела. Ну, можно сказать, при родах она уже все, никакая была. Даже уже и живая была, падала с ног. Большущий живот был у нее. Мы все делали для того, чтобы она жила, но нет. Поэтому лучше одного-двоих. Пусть рожают спокойно, чем 5-6 эти. Вкусно, Марусенька моя.
Гошка понад теплицей колупается, ковыряется. Марусь, я думал, кто бы тут траву в огороде порвал. А тут есть кому, да? Помощница папина. Историю пока на улице сидим, расскажу вам про себя. Я, по-моему, уже рассказывал вам, как я бросал курить 2 года назад. Вот этой травы, вот так же в огороде трава была. Вот я бросал когда курить, я на 4 кости, как говорится, на колени упал. И чтобы занять свои руки, разум и тело, я проползал по всему огороду на коленях здесь, каждую травинку вырвал. И 4 дня я ползал, вот, не осталось ни одной травы здесь. И мне стало легче, я перестал как-то хотеть курить. То есть трудотерапия, друзья. Если вам грустно или скучно, или вы не знаете, что вам сделать по жизни, пойдите, зайдите в свой сарай, пойдите, зайдите в... за дом, за свой там или куда-то. И наведите там порядок просто-напросто. И вам станет веселей сразу. Трудотерапию никто не отменял. Вот и я, друзья, могу так вроде бы как подзабыть на что-то, это забуду про что-то, а потом все равно как накинусь и давай все делать. Вот тут вот у нас за теплицей, сейчас вот покажу вам кусочек, вот такой еще кусочек земли. Белочка, девочка моя, что тут делаешь? Ни разу тут вам не показывал. Здесь тоже посадим огурцы, помидоры, тыкву там, что там. Здесь хорошая земля. И здесь тоже. Ну здесь я еще подвожу, куплю земли хорошей сверху. Тоже будем сажать. Тут места мало, конечно. Ну, между деревьев где-то что-то кусочками можно сажать. У нас в основном все в теплице растет. Огурцы, помидоры. Почему-то они на улице плохо растут. Быстро портятся. Чернеют и все. А в теплице созревают хорошо. Да нет, друзья, и кроша, видите, но она играться не играется, она просто держится от обезьян подальше, и все. Вот она пробежала мимо, и все, Гошка своим делом занимается, у него агрессии нет на собачек. Маша своим делом занимается. Ну, то есть, хватает всем пространства, хватает всем дел. И чё ругаться, чё спорить, да, Маруська? Вот, друзья, полюбуйтесь. Просто веревка просто, вот она просто, да, есть, но она не привязана. Чтобы Маруся имела возможность везде все ходить, исследовать. Но в то же время, чтобы я имел возможность схватить ее, если что, за этот поводок. Понимаете, да, меня? За Гошу у меня вообще никак голова не болит, что он куда-то убежит или что-то там это... Ну, а Маруся в силу своего возраста, да, и импульсивности. Ну, что тут того забора? Она может, конечно, прыгать там. Да, далеко она не убежит, я ее поймаю, понятное дело. Но просто зачем это нужно?
если я могу, как сказать, предусмотреть этот момент, зачем мне рисковать? Мы же люди разумные, правда? Чё там, Марусь? Ну, залазь, смотри, проверяй. Анучка сразу свою косточку в первую очередь схватила, чтоб Маруська, не дай бог, этот, косточку не отобрала у них. Друзья, кому интересно, про собачек не знает, вот у собачек отдельная, отдельный дом. То есть, они тут, вот эта полка ихняя нижняя, там они спят. В будку кто хочет залазить, здесь они спят, тут у них, короче, тут теплые полы. Это их не отдельный, с выходом на улицу, друзья. В дом они вообще не касаются, в доме ничего. Да, тут подрано такое, ну, для собачек. Тут у нас что, котел висит, мои там какие-то снасти стоят. А так вообще... Я планировал это все помещение, когда строил дом, что тут будут у нас собачки жить. Ну и, соответственно, я его использую еще под хозяйственные нужды. Гошка что-то там проверяет, ходит. А, он водички попить до ведра. Знает, ведерки водичка. Пей, пей, мой хороший. Там чистая вода. Что там интересно, папкины лимоны позасыхали. Не знаю почему, ну просто я все делал, оно пожелтело. Не все, друзья. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Это мандарины, а не лимоны. Росли-росли и просто пожелтели. Ничем не болели, ничего. Потихоньку пожелтели на окошке. Просто на окошко ставить больше не буду. Буду ставить где-то более такой полутень. Вот где полутень стояли у меня саженцы, все нормальные. Гошка, Маруську иди контролируй, я не буду бегать за ней. Давай, уже весна, уже надо бегать, расхаживаться. А, чё, Крош, хотела подружиться с Марусей? Маруська через веревку перешагивает, так смешно. Чё ты, куда ты, дама? Гулять хочешь? Гуляй, я тебя не трогаю. Весь двор в вашем распоряжении. Вот что хочешь. Кроме деревьев. На деревья, деточка, лазить пока не будем. Папа за деревья будет ругать. Потому что они фруктовые. Тем более, эти саженцы уже будут цвести у меня, друзья. Они у меня подрезаны по схеме правильно все. Поэтому они в этом году должны зацвести и дать первый урожай. Первый пробный урожай, от которого я буду смотреть, что у меня за плоды. Вот эту черешню я подрезал так. По схеме. Уфо, что ли? Как же называется этот? Потом вспомню, вам скажу. В общем, она как рюмочка вот будет расти. Вот эти вот уже, где почки четверные, друзья, где четверные почки, это уже плодоносные почки, уже будут на них ягодки завязываться. А где одинарные вот такие, на них еще нет. Маруся, не надо туда ходить, то собачья, это не твое, там ты будешь получать.
и я защищаться не буду, защищать тебя не буду. Пиксик тебя прогонит. Молодец, Пиксик, молодец. Молодец, Пиксик. Охраняй хату свою. Какие-то обезьяны там ходят всякие. Пиксик, ребят, заметили? На правах хозяина, на пороге отругал Марусю. Аккуратно, Марусь. Гош, ты будешь Маруську контролировать, а? Гошенька. Че она, чем она занята? Иди посмотри. Маруська это. Посмотри, чем она занята. Контролируй движения все. Хватит жевать. Куда она пошла? Иди за ней. Догоняй ее. Догоняй Маруську скорей. Куда она пошла? Давай, 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 давай. Иди. Маруська! Нельзя. Пиксика. Давай, успокаивай ее. Успокаивай ее. Быстро. Ты смотри. Хватай за веревку. Держи. Держи. Держи веревочку. Держи веревочку. Друзья, вы видели? Ну, что сказать можно? Просто помощник. Просто понимает все слова. Делает все. Ну, какое доверие ко мне. Мой хороший, спасибо тебе, спасибо, Гошенька. Гош, а уже опять контролировать надо, представляешь? Вот. Молодец, мой пацан. Да что ты такой хороший, а? Что ты такой хорошенький, а, зайчик мой? Ну, Пиксик, ты тоже красавчик, отстоял свою хату. О, Маруська... Маруська хотела свои права там поставить. Я не одобриваю это. Пусть там собачье гнездо. Гош, пойдем за Маруськой смотреть. Она там этот борзеет с собачками, как говорится. Поэтому будем под контролем держать. Пошли, пошли, потом пожуешь. Хватит жевать. Пойдем. Так интересно, друзья, поучаствовать в этих разборках. Тем более я понимаю все, что происходит на данный момент. Марусь. Хочется, да, туда? Да сходи, сходи, папа не против, сходи. Ты просто не наглей, собачек не обижай. Ты ж видишь, это Пиксика дом. Пиксика дом, пикселя дом, Марусенька, а твой дом там, поэтому не обиж... А, зацепилась, сейчас, зайка, сейчас. Подожди. О, все, 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 все. Белочка. Такой у нее аккуратненький животик, как будто там ничего и нет, друзья. А там есть один. Может, два. Маруська такая умная, друзья. Она так ходит по участку вот с этим поводком, чтоб поводок не запутался нигде. Понимаете, да? Ну, то есть вы видели сами, она была там, потом уже здесь круг сделала по участку, и веревка нигде не зацепилась. То есть умная, примат, конечно. Была бы не умная, бы сто раз бы уже обкрутилась бы об что-то, бы зацепилась. А то смотрите, пошли, Гошенька, пойдем. Как она умело ходит и не цепляется. А что такое, зайчик? Подавился, мой хороший. Да, конечно, конечно, подавился, мой сладенький. Ну, пойдем за Маруськой. Побежали за Маруську, Маруську ловить. Давай, давай, бери за веревочку.
Бери, бери веревочку, скорей. Бери, бери веревочку, бери. Гошечка мой, сладенький мой. Бери веревочку, зайчик. Давай кружочек вокруг участочка сделаем. Давай, догоняй Марусеньку. Догоняй, догоняй, догоняй Марусеньку. Бери веревочку. А, не хочешь? Ну, там тенечек. Пойдем на солнышко, пойдем. Пойдем. О, ближе к солнышку. Пойдем. Марусенька с нами тоже пойдет. Пойдем, пойдем, Маруся. Че там? А ну открой, Гош. Ой, друзья, пропустил, он кастрюльку проверял. Кастрюльку, а ну, Марусь, ты проверь, открой. Иди открой. Иди открой кастрюльку. Проверь кастрюльку. Гошка ее открывал. Такой умный. И за веревку берет. И понимает, что я говорю. Я вообще-то рад. И Маруська понимает. Но Маруська это. Вредничает. Пока что в некоторых моментах непослушная. Но мы работаем над этим. И все будет нормально. Да, Марусенька? Все, я отпускаю эту. Все, все. Иди куда хочешь. Задом пятится. Молодец, мой Георгий. Молодец. Молодец, мой хороший. В общем, Гоша с Марушей, с Марусей вам передают огромный пламенный привет. Всего вам доброго, друзья. Оставайтесь с нами. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы оставаться с нами. В нашей дружной, хорошей семье. Пока-пока.